Всем здорово, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalkers of Pripyat, дополнение Misery 2.0.1. Прошлую серию мы сходили довольно-таки успешно за газом, который поможет нам ликвидировать логово кровососов. Я успешно продал хабар, все-таки отказался от калаша, взял себе галил. Теперь пойду впарю документы. Документы у нас хорошо покупает Сыч. Думаю, тебя это заинтересует. Продам. Хорошо. В принципе, нормально. Так. 2400 заработали. Просто за бумажки, которые там валялись. Так, теперь мы двинем, хотя нет, простите, я еще одно забыл. Надо рассказать про Тремора. 15 тысяч. 15 тысяч, юмор. Это так-то хорошо. Плащ у меня как? Нормально. Ну, стволов у него пока нету. Так, надо двигаться. О, Achievement Unlocked. Прекрасно. В какую сторону мне двигаться? Так, блин. Парюсь с управлением, простите. Играю уже поздней ночью. И оказывается, нифига не видно. Так, нам отсюда вот двигать. До ВНЗ. Ну, наверное, промотаю этот путь, а то это будет, как бы, довольно долго. А если будет что-то интересное, то оставлю. Знаете, и вот на этом моменте я допустил очень грубую ошибку. Либо это бандикам меня так подвел, либо я потерял кусочек записи. Короче, видео выбилось... Одна ланка, довольно важная. Этот эпизод, когда я добежал до ВНЗ круга, установил газ, открутил вентиль и побежал. Там мне было дано 30 секунд, я их выждал, кровососы вроде бы передохли. И тут я обратил внимание на вертолет. Думаю, ребята, почему бы и не сходить? Ну и вот что привело к следующим событиям. И вот я снова с вами, мы продолжаем. В этот раз я загрузился, кровососа так и не встретил. Ну, я его встретил, я с ним пострелялся, но он где-то пропал. Падло такое. Я добрался до вертолета. Теперь мы можем его осмотреть. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Да, не тот. Так вот, теперь нам надо валить отсюда. Блять. И ты опять. Вот ты падла такое. Ну что ж ты со мной делаешь-то? Ах, опять. Ну что ж ты, сука-то такая, ну. Вот он и пришел, блять. Ну вы кончились уже, нет? Твари, блядь. Так, мы продолжаем. Блядь, я уже подзаебался. Я, походу, выпустил всех кровососов оттуда. По крайней мере, троих. Это какой-то кошмар. Там решал с одним. Тут еще двое прибежали. Ну зачем? Еще и мод такой, что они просто так не убиваются. Твари сраные. Да уж, блядь, хабар у вас знатный. Гниды. Не могли ничего нормального в сундук положить.
Тут просто пиздец какой-то. У меня чуть патронов не осталось. Просто шикарно. Так, ладно. Я... Ай... Сука... Да... Ну шо ж такое-то, а? Ну знал ведь, что надо болты брать. Итак, я снова с вами. Так, понятно. И тут... Мать вашу. Ну шо? А как же я прошел в прошлый раз? Да, в прошлый раз я был под таблетками. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну теперь сохраняемся. Фу, я смог. Все, валим отсюда. Валим, 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 валим. Просто валим. Ну и в жопу с ихними, блядь, кровососами, вертолетами. Не хочу. Я уже боюсь представить, что будет со мной на плато, когда я со снорками встречусь. Снорки сами по себе-то сильные твари. А еще с этим дополнением они же меня просто порвут. На 100 000 частей. И что мне делать? Сюжетку я с такими приколами не пройду. Я просто чувствую, что я ее не пройду. И как поступать? Пишите в комментариях, может вы мне поможете как-то. Советами, может быть. Потому что это капец. Я подозревал, что будет сложно, очень сложно. Так, и сталкеров уже нету, черт. А бы их только не мутанты сожрали. Так, сохранимся. Посмотрим на карте. Так, ну мне до хера идти вдоль труб. Хорошо. Так, там зомбированные. Не дай бог я туда еду. Твою мать. Еще и враг какой-то. Сука, остановись. Кто? Вольный сталкер? Почему? А вот там? Нет, там походу не враги. Так, ну давайте не будем нарываться, у меня и так проблемы. Надеюсь, других тут таких нету. Но эти вроде мирные. А вот он какой-то стрёмный. Так, ладно, хер с ним. Не знаю, почему он на меня обижен, но я не хочу узнавать, честное слово. Что-то меня переполошили эти кровососы. Я себя чувствовал так уверенно, так хорошо, а теперь буду сраных сталкеров бояться. Так, нужно добраться до Скадовска. За такую миссию мне должны отводить как минимум штук 20. Сохранимся. Фух, слава богу, сохранение прошло.
не надо призывать. Все, вроде бы отпустило. Не, все равно. Давайте я остановлю запись. Когда призы пройдут, вернемся. Так, мы продолжаем. Вроде труп. Он переходил дорогу. Я решил, знаете, не церемониться с этой принцесской, не оставлять в живых врага. Надеюсь, это решение было правильным. Сталкеры на него не кидались, значит, он нормальный был. Может, я ему как-то насолил. Ой, простите. Ого, у него был артефакт. Крутой. Так, сохранились. Ой, херовое место. Ой, херовое место. Так, ну ладно, давайте попробуем пробежать. Это очень херовое место. Так, опять фризы пошли, да что ж такое? Включу, пожалуй, уже на Скадовске, а то фризы, фризы, фризы. Наверное, это и понизить графику придется. Все, безопасный Скадовск. Слава Богу. Мы добрались, ребята, мы добрались. Без Божьей помощи, конечно, но мы добрались. Сохранение. Супер. Все. Теперь, борода, ты мне заплатишь за такое выполнение миссии. Если бы я, конечно, не ходил за вертолетом, было бы все попроще, но... Ну, здорово. Какие судьбы? Логово кровососов уничтожено. 15 тысяч! Ты сраный жлоб! Ублюдок! Как я его ненавижу! О! Он мне дал верес! Ну ладно, помилован. Так, простите, я выключу запись на секунду, а то за окном собаки. А, все, я вернулся. Так, продаем, продаем. Нахрен. Артефакт этот. Щупальцы. Фонарик. Это мясо отравленное. Старый детектор. Граната. Что еще можно продать? Так, ну вроде все, да? Хорошо. Так, а ремкомплектов у меня больше нету, да? Херово. Так, я все на пушке же использовал. Ладно, черт с ним. Да, хорошо. Неплохой детектор. Я себе просто сейчас не представляю, как я буду склеивать эту серию. Потому что она у меня с больших-больших кусочков. Так. Так, автомат немножко сломан. Этот я починил на максимум. Так, и тут все нормально. А сколько? Ага, тут нужны инструменты. Надо будет к наемникам сходить, но только когда у меня будет нормальная снайперка. А то без этого, извините, никак. Так, зайдем сейчас к бороде. А что, есть что-то? Это можно сделать, конечно, и между СВД. 38 тысяч. Так, ну у меня 71. В принципе, да, можно. Так, моя КМ, которую я ему впарил.
Мне нужны патроны. Мне нужны вот эти патроны, а то я их всех выстрелил. Так. Сейчас еще посмотрим, что у тебя есть. Больше у тебя таких патронов нету? Жлоб. Так, ладно, хорошо, хер с ним. Так, на этот калаш у меня, в принципе, патронов хватает. Так, ну теперь давайте посмотрим, что тут можно с СВД подмутить-то. 38 тысяч. Повреждений не намного лучше, конечно. Но, блин. И пользоваться я умею слабо. Ладно, может где-то найду еще такую. Так, что тут по зарядке? Нормально вроде бы все. Самодельное взрывное устройство. Класс, супер. Так, давайте еще. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Так, тремора нету по-прежнему. Ну как, нету, я его убил. Он сам себя убил. Неважно. Сколько ты хочешь за этот костюм? 84 тысячи. Но я им не умею пользоваться. Надо будет экзоскелет заказать. Так, 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 так. Мне нужны вот эти патроны. Есть у тебя такие? Да, прекрасно. Так, 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 так. Все, вроде бы больше ничего у тебя нету. Все. Фух, вот такая вот напряженная серия получилась. О, что это такое? Какой-то странный у него ствол. Старый такой. Еще времен, наверное, Первой мировой. Так, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Марс. Всем пока. Все, музыкальная пауза.